Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Lada Granta Liftback. Автомобиль выпускается с 2018 года. В четырех вариантах сочетания двигателя и коробки. Первый вариант – двигатель объемом 1,6 литра, мощностью 87 лошадиных сил на пятиступенчатой механике. Второй вариант – 1,6 литра, мощностью 106 лошадиных сил, также на пятиступенчатой механике. Третий вариант – 1,6 литра, мощностью 106 лошадиных сил, на пятиступенчатой роботизированной АМТ. И четвертый вариант – 1,6 литра, мощностью 98 лошадиных сил, на четырехступенчатом японском автомате. Автомобиль выпускается только с передним приводом. На выбор доступно 7 основных базовых комплектаций. Стандарт, Классик, Классик Оптима, Комфорт, Люкс, Люкс Престиж и спецверсия Клаб. Цветовая гамма модели представлена 8 цветами, 2 цвета без доплаты, базовые белый белое облако и черный пантера, и 6 цветов с доплатой 6000 рублей. Это цвета красный сердолик, ярко-синий голубая планета, серебристый рислинг, серебристо-серый техно, серебристо-темно-серый борнео и золотисто-коричневый кориандр. Цвет представленного автомобиля черный пантера, без доплаты за цвет. Комплектация представленного автомобиля люкс, двигатель объемом 1,6 литра, мощностью 106 лошадиных сил. Тип двигателя бензиновый, коробка передач, пятиступенчатая механика. Стоимость автомобиля в этой комплектации 605 800 рублей. При таком сочетании двигателя и коробки максимальная скорость 183 км в час, разгон до сотни занимает 10,6 секунд, расход топлива в городском цикле 8,7 литров на 100 км, по трассе 5,2 литра на 100 км и при смешанном цикле 6,5 литров на 100 км. Что касается кузова. Объем багажника 520 литров, клиренс 160 мм. Причем такой клиренс у машин с механической и роботизированной коробкой передач, а у машин с автоматом клиренс 145 мм. Длина автомобиля 4250 мм, ширина 1700 мм и высота 1500 мм. Колесная база 2476 мм. Количество мест в автомобиле 5, объем топливного бака 50 литров. В оснащение комплектации люкс входят по безопасности: подушка безопасности водителя, подушка безопасности переднего пассажира, подголовники задних сидений в количестве 3 штук, крепление для детских сидений Isofix, блокировка задних дверей от открывания детьми, электронный иммобилайзер, охранная сигнализация, дневные ходовые огни, противотуманные фары, система экстренного оповещения Aero GLONASS, антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил и система вспомогательного торможения. По элементам интерьера: бортовой компьютер, подсказчик переключения передач в комбинации приборов, заднее сиденье с раскладкой пропорций 60 на 40, противосолнечный козырек пассажира с зеркалом и 12-вольтовая розетка спереди. По комфорту: электроусилитель рулевого управления, регулируемая по высоте рулевая колонка, регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте, сиденье водителя с регулировкой по высоте, без поясничной поддержки, воздушный фильтр салона, легкая тонировка всех стекол, складной ключ, центральный замок с дистанционным управлением, электростеклоподъемники всех дверей, подогрев передних сидений одноступенчатый,
электропривод и обогрев наружных зеркал, обогрев лобового стекла, климатическая система, круиз-контроль и ограничитель скорости, а также аудиосистема с четырьмя динамиками. По экстерьеру. Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова, наружные ручки дверей в цвет кузова, молдинги боковых дверей и 15-дюймовые легкосплавные диски.